Всем привет, с вами Жора, с вами Сплэк и 10-я серия мини-игр в Майнкрафте. Сыграю я сегодня две партии в Сплэк. Мне сейчас дадут пушку через 5, 4, 3, 2, 1. Дадут пушку, и я начну обстреливать всех яйцами. Но, похоже, не на этом острове. Я лучше спрыгну вниз и буду вот стрелять этими яйцами, которые ломают блоки. Вот, довольно интересный и веселый игровой режим. На нем я играю, по-моему, второй раз, и мне он нравится. Там уже какая-то тетка свалилась и... О, ТНТ. Взрываю сразу. Прикольно, прикольно. Наверное, в дереве тоже что-то спрятано такое. Да-да, тут много ТНТ. И они опасные. Так, у меня лагает, я не поставил ни Optifine, ни вообще, ни любой какой мод. У меня даже Forge здесь не стоит, потому что как бы я решил, что буду играть без модов. Но на самом деле мне просто захотелось поставить Minecraft заново, а то слишком это долго все ставить. Поэтому я решил пока так поиграть. Ну и что тут? 16 человек осталось, я обстреливаю всех со своей пушки, по-моему, двоих человек я уже сбросил. Надеюсь, я не буду третьим, то есть не сброшу сам себя. Так, меня уже там обстреливают, тут все лагает, естественно, если я без модов. Я спринт даже иногда не могу включить. Но что поделаешь, какая-то прыгалка есть, и чё, она мне ничего не дала, окей. Прыгалка useless прыгалка. Так, у нас тут люди прыгают во все стороны, я тебя сейчас брошу, давай, ты бегай, как я тоже. И следи за своими ногами, но не устоял, что поделаешь, дружок. Там вот у нас голенький какой-то мужичок, давайте его сбросим. Так, ты давай следи за своими ногами, я постараюсь тоже за ним следить. И вот я уже встал на возвышение, и мне не так легко скинуть на самом деле. Хотя нет, здесь тоже, здесь сразу пол уже, все, пропасть сразу внизу будет. 6 человек осталось. 6 человек осталось, и скоро совсем я могу победить. Я скоро получу 220 токенов, и будет круто. Сплэк таймер, сплэггерс left 6. Вот, даже это в правой части экрана написано, если что. И вы можете посмотреть, сколько людей осталось и из 20 человек. Было 20 человек, я такой крутой, видите, да, я просто про, я все уже в мини-играх шарю. На 10-й серии-то. Если в первой серии я вообще ничего не мог делать, то здесь вообще все круто. Круто, главное не упасть прямо сейчас. И даже с такими лагами я справляюсь. Так, ну и что ты прыгаешь во все стороны? Ты сейчас провалишься и упадешь в свою же дырку. Кто там? На другие части карты переваливаешься. Яйца, кстати, летят не мгновенно, не как там в Quakecraft'е, так что это будет удобнее. Будет удобнее для прыгающих, то есть и для меня, в принципе. Так, вот сейчас он отвлекся на другую цель, и я постараюсь его скинуть. Вот он пытается скинуть его, скинул его, молодец, а тебя у меня скинуть не получилось, окей. Так, главное, чтобы он не натягивался на меня, а то мне будет, наверное, худо. Он же типа мастер, да? Сейчас. Островки остались, с него стреляют, по-моему, два человека уже, а я буду пытаться скинуть его. Давай. Ну? И что там происходит? Смотрите, там один человек там еще остался. Оставшийся, выживший. Так, и обстреливают меня. Видимо, это он как раз обстреливал меня. О, вот он спустился, или это не он. И в любом случае, четыре человека осталось. Четыре человека, это довольно долго. Довольно долго мы ждали, пока сдохнут эти два человека, упадут в пропасть. Это не круто, потому что примерно за такое же время умерли оставшиеся 16 человек. Так. Чувак, чё ты бегаешь? Давай, упади уже. Ты плохой паркурист, я знаю это, давай. А то я тебя побью с лопаты. Вот сейчас подойду, да? Оп, получай. Не работает. Окей, PvP отключено. Что ж поделать? Мы можем с тобой вдвоем встать на одном блоке и... прокопать каждый под собой, это будет круто, и мы упадем вместе. Давай. И пускай двое останутся. Что-то скучно как-то. Я сыграю еще один раунд. Чувак, ты много времени у меня отнимаешь. Давай-ка, дохни. Или... Все, упал, неужели? Я за ним гнался все оставшееся время, и неужели он упал? Осталось три человека, это я и еще двое, и мне остается скинуть их. Тут у нас облака даже в самый... Ну... самый плохой момент, у нас появились облака, я сдох. Окей. Так, сейчас я летаю, я не хочу летать. Тут вот, смотрите, человек даже здесь остался. Он все время здесь стоял, скрысил, это неинтересно. Я бы так не делал, потому что я в самом начале сразу же спрыгнул, и сейчас он только против одного человека. Что там надо писать, чтобы выйти? Хадис. Ой-ой, меня узнали, что за плохо. Как плохо. И как выйти? Интересно. Лобби.
Но ничего, в любом случае я могу сделать так и вернусь я к вам сразу же, когда зайду на сплэк снова. И вот начался второй раунд, мои прогнозы по нему таковы, что я упаду в пропасть быстрее, чем это было даже в первом раунде, но ничего, посмотрим. Вот 3, 2, 1, и пушка сплэк выдана, и все обстреливают друг друга, и главное сейчас мне не упасть, как упали уже многие люди, там один человек уже упал в пропасть даже, как я в первый раз вроде поиграл в сплэк, то же самое было, правда это вроде на стриме было, но ничего. Так, я бегаю на обочине, пока меня никто задеть не может, и я очень рад. И я сейчас попытаюсь скрысить этот раунд, как Альянс Нави в пятой игре, как человек один в первом раунде, но ничего не вышло, окей. Так, тут все люди бегают, блоки ломаются, на обочине все бегают, меня скинули, что ж поделать, что поделать, десу, два человека умерли, слава богу, я не первый. Тут еще бегают, какой-то Робин, Арагонс, я ломаю просто блоки так, чтобы не кого-то скинуть, а чтобы просто не скинули меня, потому что я буду бегать на обочине, правда, я ломаю блоки под собой, не надо так делать. И, о, смотрите, как много людей сразу умирают, 11 человек уже осталось, я просто бегаю по обочине, они все умирают. Это все потому, что я бегаю. И тот человек в первом раунде тупо остался один. Его, наверное, никто не заметил. Все про него забыли. И главное, чтобы забыли и про меня. Потому что осталось уже 5 человек. И совсем скоро я могу выиграть. Но зачем? Не ясно это мне. Поэтому я пойду лучше в атаку. Экшен. Экшен это лучше, чем просто бегать и ничего не делать. Правда, в этом игровом режиме меньше экшена, чем я видел вообще во всех игровых режимах, наверное. Но все равно, тут лопатка. Нафиг на мне, я упал в пропасть. Ха, лопатка, молодец, лопатка. Ну, ладно, я же говорил, что я сдохну быстрее, чем был в прошлом раунде. Говорил. Но зато раунд продолжился еще меньше, чем даже был прошлый, где-то в два раза. Ну, ничего. Все, думаю, на этом мы закончим нашу серию мини-игр в Майнкрафте. Хоть и было всего две игры, но думаю, вам понравилось. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, Подписывайтесь, лучше вступайте в мою группу ВКонтакте, играйте на серверах мини-игр. Сейчас я играл на сервере HiveMC.eu, выглядит он вот таким вот образом. Заходите, играйте, до свидания.